Супруги Ольга и Дмитрий Сизовы через неделю отмечают двойной праздник. 1 сентября исполняется годик их дочки Аллочки, и в этот же день их Надюша идет в первый класс. Сизовы многодетная семья, еще воспитывают сына Дениса, он, к слову, пойдет в четвертый. Мальчик твердо знает, зачем он ходит в школу. Да я знаю, для того, чтобы человек стал умнее. Если бы у меня была школа, у меня бы ни работы, ни денег, ни земли, одни бы только бомжи. Спеть, танцевать и прочитать стихи о школе пришли больше 50 малышей. После праздничного концерта была игровая программа, за участие в которой дети получали специальные жетоны. Их потом и меняли на приятные призы. Давай. Выбирай. Вот хороший набор, смотри, это дневник, пластилин, ну и карандашик. Берешь? Ну, на здоровье. Это хорошая поддержка для детей. Конечно, конечно, и для семьи хорошая поддержка для детей. И мне радостно, что родители познакомятся друг с другом. Праздники никогда лишними не бывают. А еще они участвуют в организации праздника. Конечно, они чувствуют себя хозяевами. Кстати, уже в октябре организация «Много деток хорошо» проведет еще один благотворительный концерт в честь осенних именинников. Посетить мероприятие смогут абсолютно все дети из многодетных семей. Напомним, на Алтае таковых 28 тысяч. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.